Shalom, shalom, and welcome to Bet Ariel Messianic Congregation. It's always a privilege to come up here and to share with you the Word of God. Собрание Бет Ариэль. Такая привилегия прийти сюда и делиться с вами Словом Божьим. Знаете ли вы новый такой плакат, который мы имеем? Это Дух Мессии. Когда вы ближе посмотрите, вы увидите на иврите. И спасибо Паскале, она эту работу совершила. Прекрасную работу. А также дверь к дверям. Мы недостаточно говорим об этом. 18 лет уже идет эта работа. И все лучше становится каким-то образом. Больше они отвечают. Последние две недели они отдали 18 наборов и 6 танахов. 24 Библии с 10 декабря. И они испытали много божественных встреч. И женщина смутилась в своем сердце. Она так довольна была услышать Слово Божие. Другая женщина сказала, что она верила, что Иисус Мессия. Так Бог работает. Один раввин, очень раздосан он был ими, и что они не должны выдавать больше эти Библии, но Бог не согласен, потому что оба его соседа приняли полные наборы. И люди особенно тронуты, когда они узнают, что это Новый Завет, это пророчество Ветхого Завета, исполнены в нем. Так что они брали это, и многие удивлены, что это бесплатно, столько Библии роздано. Исайя 53 и антисемитизм, памфлет тоже были даны ими, и из Исайя 53 выдержки. В последнее время мы говорили об экуменизме. Экуменизм – это собрание всех христианских церквей, независимо от веры, от их исповедания веры, даже если просто они называют себя христианами. Но вместе с экуменизмом есть собрание всех религий мира. И есть термин, я верю, он назван, омнизм. Это вера, что все религии ведут к Богу. Когда все эти религии собираются, мы понимаем, что это конец недалек. Это знамение последнего времени. И вся глава 17 Откровения Иоанна, это будет главное событие вместе, коммунизм и омнизм, названо «Тайна женщины». Послушайте эти новости. Папа Римский собирает Всемирное собрание в Ватикане 14 мая 2020 года на тему переизобретения Всемирного союза образования. И 4 минуты я смотрел видео Ватикана и предлагает представителей разных религий и политических лидеров посетить это собрание. И он говорит, что весь мир это как деревня, и все человечество должно собраться. Как учить своих детей? И он и от разных религий он приглашает. И он говорит, что нужно миру собраться и учить своих детей вместе. И самое ключевое слово – это диалог. Ключевое. И ни разу он имя Христа не произнес. Но если двое идут, разве они не согласятся, очевидно, Писание будет игнорировано. И мы видим, что эти знамения перед нашими глазами. И все больше и больше Господь призывает каждого быть готовым к Его скорому приходу. И здесь лидер самой большой христианской деноминации взывает всех собраться. И чему же они будут учить детей? И что Иисус об этом думает? И что насчет лучшее время, чем учить книгу Захарии? Я верю, что оно очень похоже. Давайте откроем наше Писание к этой великой книге Захария. Это одна из 12. Мы их называем малыми пророками, потому что, не потому что они менее важны, чем другие. Но они содержат меньше информации, чем большие пророки. Тем не менее, Захария стоит от них далеко, потому что самый длинный из малых пророков и самая глубокая книга в Писаниях, особенно когда приходит к это настолько дает далеко, стоит, Господь показан как
Он присутствует и вовлечен в нашу жизнь, даже в эти маленькие обстоятельства, которые мы думали, что он слишком занят, слишком важен, чтобы склониться и заботиться. Но он не только спускается, но он говорит от своего сердца. Он выражает свои эмоции. И мы знаем, как велик наш Бог. Его трогает все, что происходит вокруг нас. Он отвечает и чувствителен как к нашим чувствам, нашим заботам. Такой Бог, Он вездесущий Бог. В первом взгляде мы видим самого Мессию. Не в небесах смотрит вниз, а Он глубоко, в самом низу со своим народом, Израилем, на земле, который в опасности, окруженный такой гнетущей тьмой. Но он в огне с ними и на красной лошади готов защищать их, покрыть их. И слишком плохо, если они не всегда видят его и не чувствуют его любовь и заботу о них. Они могли бы удивиться. И Мессия говорит своему отцу в небесах о них, об их скором искуплении. И отец отвечает так же. Три раза в первом видении он утверждает и переутверждает его слова, точно исполнится. Иерусалим – это главная тема, но это средство, через которое любовь изливается в этой книге, чтобы любой от Израиля до всех народов мог смотреть на него, который призывает и быть спасенным. Фактически, сама книга начинается призывом вернуться к нему, настоящее чудо сделать, не физическое возвращение, но духовное, которое любой может сделать, где бы они ни были. Во втором видении Захария идентифицирует врага, агрессора, народа мира, которые так сильны, а Бог так гневается на них. И он на Израиль гневался, а почему с ними он еще больше гневается? Мы видим через весь Танах, через судей, царей, Исаию, Иеремию, как он гневается против тех из его народа, которые бунтуют против него, а народы еще больше превосходят Израиль. И здесь мы открываем третье видение книги, снова утверждающее, что Бог возвращается, что Иерусалим, тот, который мы знаем, где Иисус установит свое царство. Это будет столица Божья. И он начал измерять его и планирует его строительство. Это так особенно насчет его видения. Именно там мы увидим, как заняты небеса за нас, работают для нас. И откровенно, я не понимал, как события на земле могут так влиять на небеса. Когда я прочел снова Захарию, я это понял. И в первый день мы видели, как ангелы тоже в гневе, из такого досадного состояния планеты. В этом видении они идут в свой мир, и мы увидим, как они там заняты. И мы увидим первые 5 стихов Захарии 2. И это раздел нас прикинул в другие части Писания. И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вербь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему, и сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем, и я буду для него, говорит Господь, огненной стеной вокруг него и прославлюсь посреди него. Вы видели, как заняты эти ангелы? Все ангелы в этих стихах. Когда один идет мерить Иерусалим, Захария спросит, куда ты идешь? Он там дома, и он сам очень вовлечен, и ему хорошо с ними. Тогда ангел истолковал видение и начал уходить от Захарии. Куда? Мы не знаем. Но тогда другой ангел показывается и просит этого ангела вернуться к Захарии со словом от Господа. Я думаю, такая привилегия для читателя свидетельствует такую сцену, которая поднимает нас в другую сферу, в параллельный мир. Из этого видения дальше мы изучаем, что эти ангелы кажутся очень как мы, когда приходят к познанию будущего. Они делают как разворачиваются события и так возбуждены, как и мы. Один из них мерил Иерусалим,
в это важное время, не раньше. И ангел Захарий думал, что это правильное время, чтобы идти куда-то. Когда другой приходит и говорит, вернись ему! И меняет свои планы. И мы узнаем с нами, что они вездесущи с нами. И это совпадает с тем, что сказано об ангелах в Писаниях. Павел говорит нам, что они действительно открывают для себя великое, наблюдая события на земле и следуя за нами. Давайте я вас приведу к книге Ефесянам. 3 глава, 1 стих. И это такие богатства Мессии. И это от сокрытия вечности Бога, создавшимся Иисусом. Теперь, неследимое богатство Христово, тайна, сокрытая от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, открыть всем, в чем состоит домостроительство, дабы ныне садился известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Через церковь, видите, и ангелы, и власти, и силы на небесах, открытые. Мы в Захарии видим, как ангелы учатся о многом, от Бога, о будущем через церковь, экклезию. И вы поняли, как Бог свою мудрость показывает в церкви? На нас смотрят, нас анализируют и проверяют ангелы. В следующий раз, это здорово, чтобы люди не разочаровались. Теперь мы пример, и Павел говорит в 1 Коринфянам, он говорит, мы сделались позорищем для ангелов и людей, спектакль, театром мы сделались. На сцене, и ангелы смотрят на нас. Не стыдитесь ничего, что касается Бога. И всю славу Ему воздаете. Потому что Он смотрит на нас. Мы узнаем благодать Божию через нас, Он показывает. Но они хотят учиться. Петр говорит нам, что Христово страдание и последующий за Ним славу, во что желают проникнуть ангелы. И каждый раз они поют «Свят, свят, свят, Господь Бог!» Они каждый раз учатся, глядя на нас. Там, в небесах, учатся. И это благодать, что Захария, и мы сами видим их, как они там. Тех, кто очень сильные существа, и мы сами так много можем учиться от них, особенно в их послушании и подчинении Божьему авторитету. И особенно что-то, что все больше и больше сегодня мы видим. Давайте два стиха посмотрим Иезекииль, первую главу. Нелегкая глава, но легкое, простое сообщение, но какие сильные и послушные эти ангелы. Пророк видит, что нарушаются законы физики. Четверо из них касались друг друга, но каждый шел вперед. Как это может быть? Как это мы можем представить? И что говорит 12 стих? И шли они, каждый в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. Они касались друг друга, и это отражает их единство. Они работали как один, с одной целью, прославить Господа. Ни один из них не отвернулся и не ушел от других. Они вместе поворачиваются. Это такая великая картина единства, которая в церкви должна быть. Вот почему у нас эта книга. И куда бы они пошли, куда Дух хотел, чтобы они шли. Они послушны. Они знают, что лучше это путь, это Божий путь. И они нас учат тоже. И когда Иезекииль должен был описать их, он мог только видеть их любовь к Богу, их дисциплину. И он говорит в 10 стихе, подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех.
No, don't imagine a body with four necks and four faces. This is not the image here. Давайте не будем представлять одно тело с четырьмя шеями, четырьмя лицами. Это не тот образ. Мы должны видеть одно лицо с четырьмя сторонами, выражениями различными, выражение ума и свободной воли — это лицо человеческое, выражение силы и мощи — это лицо льва, выражение услужливости и послушания в лице быка и выражение свободы и воли в лице орла. И каждый отличает грань нашего Творца. Иешуа. Ум, сила, служение, свобода характеризует верующего в Иешуа, как представлено в Евангелии Матфея, как царь иудейский. Это лев. А бык — это служение Иисуса, описанное в Евангелии Марка. Лицо человеческое — это человечность и страдания Мессии, как представлено в Евангелии Луки. И орел символизирует божественность Мессии, как Евангелие Иоанна представляет его. Видите, четыре Евангелия соответствуют четырем этим лицам, и так Иезекииль видел задолго до этих Евангелий. И какой мощные они. И они призваны служить, помогать нам. Даже сегодня. Представьте, позже мы это увидим. Мы понимаем, у нас такая сильная армия ангелов. Но не пытайтесь войти в контакт с ними. Но молитесь Богу во имя Мессии. И мы можем узнать. Библия дает нам информацию. Есть история, которую хочу поделиться с вами. Это об одном верующем на Титанике. Мы знаем, что на Титанике было много верующих. И вот история одного из них по имени Чарльз Герберт Лайтоллер. Его мать умерла, когда он был младенцем. А отец оставил его, и он убежал к морю в возрасте 13 лет. И он был моряком на Титанике, когда тот тонул. 14 апреля он почувствовал удар при движении судна. Спрыгнув со своей койки, он скоро узнал, что Титаник ударился об айсберг. На пике ужаса в той ночи Лайтоллер стоял на крыше офицерской казармы. Вода плескала с его ног, пока он помогал всем вокруг садиться в спасательные лодки. Наконец Лайтоллера ничего не осталось делать, как только спрыгнуть с крыши в ледяные воды Северной Атлантики. Шок от воды с температурой минус 2 градуса ошеломил его потное тело. Когда он изо всех сил пытался отплыть от судна, его вдруг всосало назад и прилепило к решетке вентиляции, ведущей вниз в котельную. Он застрял под водой и тонул вместе с судном. Вдруг ему на разум ясно пришел Псалом 90:11, «Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». В тот же момент выхлоп горячего воздуха вырвался из трюма судна, выстрелив Лайтоллера, как ракету, на поверхность океана. Наконец ему удалось схватиться за веревку, привязанную к борту опрокинутой спасательной лодки, и плавать рядом с ней, пока он не подтянулся к ее верху. Он повернулся и наблюдал последние минуты от «Титаника». Его корма качалась в воздухе, пока судно не встало в абсолютно перпендикулярное положение. Тогда оно медленно опустилось в воду, лишь с маленьким хлопком, когда его корма исчезла под волнами. Лайтоллер вытащил около 30 человек на спасательную лодку, и они вместе повторяли молитву «Отче наш». Он принял управление лодкой и вывел их в безопасное место. Красивая история, как Бог спасает через ангелов. Давайте вернемся к тексту Захарии и увидим, как Господь говорил, что первый ангел должен был делать. Измерить Иерусалим, чтобы видеть, какая ширина его и какая длина его. Это начало обетования в первой главе 16 стихе. «Посему так, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерный верфь протянется по Иерусалиму». И сегодня границы воздуха, страны и воды будут указаны. И ничто не может изменить уже взятые измерения. И текст привлекает наше внимание и говорит, что он пошел сначала ширину измерять, а потом длину.
обычно, когда длину обычно меряют, 45 раз в Библии всегда длину сначала, чем ширину. Кроме здесь и в Иезекииле, 40 главе и 48. Те же измерения Иерусалима и храмы были взяты в мессианских времен. Наверное, чтобы привлечь наше внимание к обещанным размерам страны. В истории длина страны Израиля сильно не менялась, но ширина очень даже и изменится в будущем. Посмотрите на карту за мной. Вы можете увидеть Израиль, и вы видите, согласно Бытию, как ширина должна быть страны, она от Египта должна идти до самого Ирака. Так, в 15 главе Бытия обещано и напоминает нам, что Господь расширит его. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него говорить, Господь, огненной стеной вокруг него, и прославлюсь посреди него. Мы знаем, что Неемия восстановил стены Иерусалима после Захарии. Но это пророчество после времени Захарии, до мессианских времен, когда когда Иерусалим будет без стен. Как многие раввины поняли это, Кимхи, Барманели и также Песикта, это коллекция раввинской литературы, видели, что Мессия и мессианские времена в этом тексте. То, что-то потом потеряно было в современном раввинском учении. Они забыли теперь. Некоторые раввины представляли громадные огненные стены, и только праведные смогут пройти их, как друзья Даниила, Анания, Мисаил и Азария. И Господь сошел на нее в огне и восходил от нее дым, как дым из печи. И это слава Божья связана с горой. Помните Синай, когда Господь сошел на нее в огне и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Это потому, что они поняли, что им нужен посредник, Моисей, но на самом деле Иисус теперь нужен. Торгом говорил Слово Божие как символ огня. И они говорили, и моя мемра вот, будет Шехина Глори, Дух Святой будет говорить. Это еще один момент. Люди приводили в Торгуме с ударением, носили Слово Божие, которое есть мемра на арамейском. Они персонифицировали ее. И для них это сам Господь был. Иоанн, открывая свое Евангелие именно такими стихами, вначале было слово мемра, и слово мемра было у Бога, и слово мемра было Бог. Что он говорил евреям вначале, которые в это время знали Торгум и читали его в синагогах на арамейском. И он упоминает Шекину, это физическое явление Бога, как Духа Святого. И здесь они вместе, Слово Божие и Дух Его, и раввины перед первым веком гораздо лучше понимали Писание, чем фарисеи и саддукеи в первом веке после них. И это все полностью, они далеко были от мемра, от Слова Божьего, потому они не распознали Иешуа. Пророчество Захария исполнится в вечном состоянии. Откровение 21.3. «Я громкий голос неба слышал, говорящий, «Се, скиния Бога с человеком, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Это время, которое придет. Слово «скину» — «жить», «обитать» — это как «куществовать». Это как шекина, мискан напоминает. На иврите это храм фактически. И то же самое, Иоанн, это слово стало плотью и жило с ними, обитало с ними. Это то же самое, скина. Даже греческий взял из еврейского шекина. Это последнее исполнение второй части Исаии 7.14. «И так сам Господь даст вам знамение, все девы в очереди примет и родит сына, и нарекут имя ему, Эммануил». Это случилось.
Эммануил, значит, Бог с нами. Это истина для каждого верующего. А позже будет, для всего мира будет верно, когда будет вечное состояние. И где мы приходим к сердцу этой главы? Здесь мы будем свидетельствовать исключительный и уникальный разговор между Богом в небесах и Мессией на земле. Давайте начнем читать с 8 по 11 стих. И когда будем это читать, попытайтесь понять, кто есть кто в этих стихах. С 8 по 11 стих. И вот так говорит Господь Саваоф. Для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающиеся вас касаются зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычу рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Пойте от радости, дочь Сиона, ибо много народов в тот дни будут и станут моим народом, и я буду жить среди тебя. И вы будете знать, что Господь Саваоф послал меня к вам. Кто же послан? Три раза нам сказано, что Он меня послал. Первое. После славы Он послан. И второй раз весь мир будет знать, что Он послал меня. 9 и 11 стих. Не пророк, конечно, послан. И серьезные раввинские комментаторы понимают, что это Мессия, который послан, чтобы спасать Израиль. И раввин Арбабанел в 15 веке это понимал, раввин. И понимал, что говорят Писания. Он понимал, что текст говорит о появлении Мессии. И смотрите, не только тогда, после славы, после второго прихода, они будут знать, кто такой Мессия. Тогда они будут знать 11 стих. И 9 стих они будут знать, что Господь Саваоф познал меня. Они узнают того, которого они пронзили, как сказал Захарьев 12:10. И они воззрят на того, которого пронзили. Сегодня они не знают. А кто же Мессия в этом тексте? Давайте посмотрим, как Господь и Мессия едины и один и тот же в этом тексте. Давайте спросим снова вопросы. Кто приходит и кто посылает его? Вы готовы для математической гимнастики? Кто приходит? Десятый, Господь сам. Я прихожу, я буду жить среди вас, объявляет Господь. А кто посылает его? 9, 11, дважды нам скажут, Господь сам, Господь Саваоф послал меня. Господь Саваоф послал меня к вам. 11 стих. Тот, который послан, тот же, который тот, кто посылает. Когда мы знаем, что Иешуа божественный, и спросим такой вопрос, а кто будет жить в Иерусалиме? Нам сказано в 5 стихе, что это Господь. Снова, собственно, его имя. Это Яхве, и он будет славой среди нее. А в 10 сказал, что Господь, я прихожу, я буду жить среди вас. Пока вы не прочтете 11 стих, и там говорится, я буду жить среди вас, так будете знать, что Господь самого послал меня к вам. И тот же самый, тот, который посылает, тот же, кто и послан. Народу Израиля, который тогда узнает его в конце, что он есть Мессия. Здесь природа Мессии снова открыта нам, так ясно. Здесь и в других пророчествах. Михей говорит нам, что он от вечности, неземной. Исаий говорит нам, что он дитя, который назван Эль-Гибор, Бог всемогущий. И сын, который буквально назван Вечный Отец, Отец Вечности. Иисус не человек, как другие. Он исключителен. Зная, что он исключает всякую другую религию и веру, которые не живут в его писаниях, в его учениях, в писаниях. Иисус один и только один, исключителен. Итак, в нашем тексте, в Захарии 2 главе, мы видим множественное божество, которое ясно показывает божественность Мессии. И но только один Бог. В Иудаизме они говорят о едином Боге, единстве Бога. И единство в Шма, которое повторяется дважды утром и вечером. Маймонид, это очень такой
знаменитый раввин в современном иудаизме, он обсуждал Троицу, множественность, божественность, что номинальное христианство злоупотребляло. В то время они использовали брать отрывки из Исаия, Михея и Захари, чтобы заставить евреев обратиться в католицизм. Но это не работало. Мы не можем использовать Слово Божие для прозелитизма. Но единство должно быть приложено к Богу. И он написал, нельзя никакой веры единство Божие принять, если не допустить, что он простое, единое, вот, без составления множества элементов. Но, к сожалению, он бился против самого определения слова «единство», которое означает «едино несколько частей». Иначе это все это... Слово «единство» это без множества, иначе другое слово будет использовано. Мы узнаем, например, в Бытие 1:21-7 Бог говорит, давайте создадим человека по нашему образу, нашему подобию, или давайте спустимся и узнаем, что там они делают в Вавилоне. Другой аспект природы Мессии, который мы можем узнать в Захарии, это очень прекрасно. Это просто видно его смирение. Вы можете много раз вспомнить, что в Евангелиях он говорит, что Бог Отец его послал, и он слушается Отца и подчиняется ему, хотя он сам всемогущий. Глядя на эти стихи, мы слышим симфонию смирения. Давайте несколько из них из Евангелия возьмем. Иисус говорит, кто принимает меня, принимает пославшего меня. Матфей, 10:40. И кто отвергает меня, отвергается пославшего меня. Лука, 10:16. И кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Дух Господень послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. И, наконец, прекрасная молитва. И посмотрите, как он говорил с Богом. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Все вместе это вечная жизнь, чтобы мы знали, что мы едины, что они одни и один и тот же, без переопределения великого божественного единства. В 8 он говорит об Отце и говорит, ибо слова, которые ты дал мне, я передал ими, они приняли и уразумели истину, что я шел от тебя и уверовали, что ты послал меня. Это прямо с Захарией согласует. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, Иоанн говорит. Это Иисус там говорит, во Евангелии. Это для нас. Отец послал Сына, а Сын посылает нас. Слово апостол означает тот, который послан, посланник. В Новом Завете слово это для учеников было, которые Иисус их избрал и послал их объявлять Слово Божие в стране Израиля и всему миру. А другие лица, кроме 12, несли это звание, Павел и Варнава, это посланные. Иисус, заключая словами, всей церкви начинается этим словом. Он говорит всем верующим, «Итак, идите и научите все народы, креща их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Вопрос. Насколько исполняем мы эту заповедь Иисуса? Кто здесь послан? Все посланы. Вы слышали о тете Софии? Это досадная, но ободряющая история. Она не очень образованная была, но она любила Господа, и ее сердце всегда было наполнено песней. И когда бы она не делила свою любовь и благодать Божию со всеми, она постарела, и однажды кто-то насмехался над ней, говоря, что она
что ее видели, что она говорила о любви Христа деревянному индейцу, стоящему перед ней, перед сигарным магазином. И когда София услышала эту критику, она ответила: «Да, мои глаза не хороши, мое зрение, но говоря о Мессии, деревянному индейцу, не так плохо, как быть деревянным верующим и никогда не говорить никому о Господе». Видите, тетка Софи не боялась быть высмеяна, но она говорила слова, и многие слышали ее, и ей не за что было извиняться. Посмотрите, в 11 стихе: «Многие народы присоединятся к Господу в тот день, и прибегнут к Господу, и будут мои... Я поселюсь против тебя, и узнаю, что Господь Саваоф послал меня к тебе. И будет одна религия, одна вера, один Господь». Бог сам себе не противоречит. И следующий стих, 12, мы читаем первый раз титул Израиля, святая страна. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». Это Израиль назван святая земля. Это для мессианских времен, в вечном состоянии, когда Бог будет жить человеком, и вся земля будет святой. Другое время, когда мы слышали, что земля святая, когда Бог сказал Моисею: «Сними обувь, ибо ты стоишь на святой почве». Это для более позднего. Бог еще не в Иерусалиме. И когда мы приходим к последнему, 13 стиху, который заключает словами: «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». На иврите это сам хаш, молчит. И Бог поднялся на своих небесах. И в Софонии, в Аввакуме мы видим, весь мир молчит, когда Мессия придет, вернется в своей славе. Мы еще не видели вершину этого текста. Уникальное высказывание, которое Господь говорит. 8 стих. «Ибо касающийся вас касается зеницы ока моего», говорит Господь. Обычно оригинальный текст был, говорит, «моего глаза», «моего ока». Но Соферим, эти книжники, переписывавшие, исправили «его глаз», как бы, ну, не слишком унижать Иегову. Но это очень сильная иллюстрация, что он не будет молчать, когда его народ будут преследовать. Этот отрывок первый об Израиле. Но антисемитизм в любой форме – это как касаться Божьего глаза. Бог не будет спокойно стоять, когда мир соберется против еврейского народа, чтобы стереть страну, как написано в Захарии. Мы должны вспоминать, что антиизраильская женщина сказала своему мужу Аману. Помните? «Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним». Это интересно. Она поняла, что касается евреев, это как касаться Бога, его самочувствительное место. И такая защита для всех, которые посвятили свою жизнь Мессии. Он сам сказал, говоря о верующих в этом мире, Матфея 18:6: «А кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Сильные слова, которые мы не ожидали бы от Мессии, мы бы сказали. Но они такого же типа, как что мы читаем в Захарии об Израиле. Кто эти малые сии? Он объяснил в 3 стихе: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Они тогда верующие.
И в 10 он говорит: смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангел их на небесах всегда видит лицо Отца Моего Небесного. Мы видели Захария, как эти ангелы проверяют землю и ходят туда-сюда ради Израиля, и как они волнуются, когда видят преследуемыми евреев, и как они наблюдательны и вовлечены, и не отдыхают, пока всякое преследование, всякое слово, произнесенное против Божьего народа, они увидят. И в Матфея 18 Иисус говорит о гиене огненной, о аде. И это дальнейшая связь между тем, что Иешуа говорит в Матфея 18 и Захарии 2:8. Помните, зрачок глаза по-еврейски, на иврите бабат. И многие поняли, что это описывает ребеночка, как бы младенец в моих глазах. Не зрачок, а младенец. Английское слово «пупил» отражает это понимание. От латинского «пупила», означающее «маленькую куклу». Это маленькое отражение, когда вы видите себя, когда смотрите в глаза другого. Это просто ребенок, как младенец, как бы. Вы видите младенца в глазах другого. И другое слово, имеющее смысл, как младенец, это как зрачок Божьего глаза. Это псалом, это храни меня, как зрачок глаза. И это в 90-м псалме. Это Иш, это как ребенок. Все это вам говорит. Как только вы принадлежите к Богу, Он будет хранить вас и защищать вас, как кто-то защищает своего младенца. Это то, что мы находим. Самое сильное обетование, что Бог говорит, что Он нас хранит. Он говорит, как зрачок Его глаза. И обетование Божие, Господа, это во всех ваших путях, Псалом 90, 11. И в первом веке многие повторяли его, чтобы храниться от злого влияния. Затем, когда он возвращается, он будет вас хранить в совершенном мире. Исайя 26:3. Даже сейчас, если вы приняли Иешуа как своего личного спасителя. И когда он вернется, он будет вас хранить, как пастырь, хранящий свое стадо, в Еремии 31:10. И Он будет хранить вас, как Он в тот день будет хранить вас в последнем, во время скорбей, в день суда. Так что у нас полная защита в Боге. И в этот момент все те, которые посвятили свою жизнь Мессии, Иешуа, Иисусу, все те от Израиля и всех народов, и могут просить этой защиты. Я вам скажу, еще много можно в этой маленькой главе найти. И этот измеритель, например, Бог послал его измерять храм тысячелетия. И во время скорбей Израиль будет скоро иметь храм. И он измерен тоже. И может быть в Иерусалиме размещен, на горе Мария, Сион теперь называется. Давайте склонимся в молитве. Авин Малкейну, наш Отец, наш Царь, Ты сделал нас Твоими детьми. Спасибо большое. И теперь, когда мы услышали Твой призыв и собрались здесь вместе, чтобы восхвалять Тебя, услышать Твое Слово, обратиться к Тебе, и чтобы возложить в Твои руки то, что сокрушает нас и в чем мы нуждаемся. Будь теперь среди нас и учи нас, как мы можем хранить Твое Слово и следовать за Тобой каждый день, каждый час и минуту нашей жизни. Помоги нам понять Твое полное присутствие так, чтобы все страхи и отчаяние, все тщетное и непокорное, даже все наше неверие и суеверие стало незначительным. Так, чтобы Ты показал нам, как Ты велик и благ. Так, чтобы наши сердца могли пойти друг к другу. Так, чтобы мы могли понять друг друга и немного помочь друг другу. Старое прошло, и все стало новым. Это верно даже для нас. Ты, конечно, Спаситель нас всех в Иешуа Мессии. И мы молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь и аминь. Пусть Господь благословит вас и хранит вас. И пусть Его лицо сияет вам, и пусть Он будет милостив к вам. Shalom.
душой.